Жителям региона предложили взглянуть на Подмосковье через объектив камеры. Лучшие работы фотохудожников области показали на выставке «Московская губерния моими глазами». Для любителей искусства она стала подарком к 90-летию Подмосковья. Оценить его люберчане могут в картинной галерее. Пейзажи, портреты, зарисовки из жизни. Более 100 фоторабот, как путеводитель по Подмосковью. 30 фотохудожников нажали кнопки спуска затворов и сделали искусство чуть ближе к народу. На этой выставке представлены работы как профессионалов, так и любителей, что, ну, позволяет действительно народу приобщиться. То есть простым людям, которые, в общем-то, в серости будней иногда не думают об искусстве. Но и главная идея, конечно же, показать Московскую область в ее самых лучших чертах. Архитектура, быт и природа – такие темы для творческих фотозарисовок предложили авторам работ. Анна Куликова выбрала последнюю. Подмосковье вдохновляет художника своими пейзажами. Естественно, город, от него очень устаешь и хочется выбраться на природу, куда-то отдохнуть, подышать воздухом, расслабиться. Фотовыставка к 90-летию Подмосковья путешествует по региону. Ее родина – город Шаховская. Из Люберец экспозиция отправится в Лобню, но прежде жители округа вдоволь успеют заочно нагуляться по Подмосковью. Увидеть Московскую губернию глазами фотохудожников в картинной галерее можно до конца октября. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.